Hi, my name is Jason. And my name is Austin. And we're the Dickinson Program in Moscow. We're going to show you guys the city of Moscow and our lives here. Of course, huge shout out to the Malaga Program for coming up with this video series idea. We hope that our series will be just as good. By the way, this will be the last time that you hear us speak in English. Никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари, друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Песня плывет. Москва – один из самых интересных и ярких мегаполисов в мире. В городе живут 13 миллионов людей. Люди здесь такие разные. У нас представители 152 национальностей России и также много иностранцев. Москва – это огромный город. Будьте готовы к тому, что здесь много людей и пробки на дорогах. Это тоже очень удобный город. В каждом районе есть все, что необходимо современному человеку. И Москва – это же культурная столица. Но программа «Москва и Дикинсон» дает нам возможность пойти в самые лучшие музеи и театры в городе, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, Большой театр. У нас также много парков, в которых москвичи и гости столицы могут заниматься спортом, отдыхать или просто кататься на велосипедах. Конечно, большое преимущество жизни в городе – это разнообразная кухня. Можно попробовать борщ, пельмени, шашлык и разнообразные блюда других стран. В Москве очень много хороших ресторанов. Моя любимая кухня – это грузинская, именно хачапури и хинкали. В Москве также хорошие магазины, но сейчас вы не можете найти американские закуски из-за западных санкций. Если вы соскучились по дому, можно пойти в какой-нибудь американский ресторан. Каждая из нас имеет фрески, скульптуры или просто восхитительные архитектуры. А система очень удобная, логичная, даже пунктуальная. Каждые 2 минуты с поезда приезжаю к станции. А в час пик, кажется, что все москвичи едут рядом с вами. К тому же, даже есть бесплатный Wi-Fi в метро. Да, она современная, полная система. Здесь одно из моих самых любимых мест в Москве, потому что отсюда красивый вид на достопримечательности. Например, Московский Кремль, Москва-река, конечно, храм Христа Спасителя, а памятник Христофор Колумбус, который никто не понимает, почему в Москве. Все студенты из Дикинсона учат в Российском государственном гуманитарном университете или просто РГГУ. Университет находится на кольцевой линии в центре города. Очень удобное место расположения. Конечно, у нас каждый день проходит занятия по русскому языку, но также можно ходить на любые курсы с русскими студентами. Только что у меня закончились занятия. Иностранные студенты живут в общежитии, а мы, студенты Дикинсона, живем в семьях. Мы постоянно говорим по-русски в семьях, знакомимся с русскими традициями и культурой. Я живу недалеко от университета, и я хожу домой пешком. По дороге я прохожу небольшой парк, где можно поиграть в футбол или просто отдохнуть. Квартиры в Москве небольшие, но у каждого студента есть своя комната. Вот моя. Смотрите, какая у меня кровать.
Я стал помощником на факультете испанского языка и делал проект о международных отношениях между Россией и Латинской Америкой. У нас тоже есть возможность изучать иностранные языки. Por ejemplo, tuvimos tiempo no solo para estudiar el ruso, pero también repasar totalmente el español. ¿De acuerdo? Sí. Другие студенты выступали с докладами на международных конференциях и в Москве, и в Крыму. Самое главное, что мы не только учимся здесь, но и знакомимся с русской культурой благодаря Dickinson in Moscow. Ну, друзья, это конец нашего фильма. Надеемся, что вам понравится. А пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Конечно, мы посвящаем фильм Ирине Филипповой, директору нашей программы. Если у вас есть вопросы, то вы можете задать их нам, и мы с удовольствием на них ответим. Увидимся в России!